Ребята приехали в лагерь. Сейчас покажу вас, куда нас временно поселили на 10 дней, пока типа выдадут квартиру. Вот тут вешают вещи стиранные. Заходим. Вот наша комната. 4 кровати. Посуду целый ящик выдали. Готовить. Холодильник. Шкафчики. Там в шкафчике я видел уже терка, что-то там, чашка чья-то. Ну такое. Все, пошлите, покажу быстро вам еще. Так, это душевая. Тут зубы чистить. Ну, вот так вот, короче. Здесь стиральные машинки, чтобы стирать вещи. Сейчас кухню тут покажу вам. Кухня, чтобы готовить, кушать. Так что как-то так.